на приеме. Ну, конечно, да, это так оно. Тем более вы представитель соседней державы. Вот, и даже в блоке НАТО состоите, так что мы всегда рады приветствовать. Наверное, микрофон Юрию на прием. Да, принято, спасибо. Вот. Ну, я тут, так сказать, для немножко видео параллельно снимаю. Вот, спасибо. Ну, замирание наблюдается тут. От 3 баллов до 7 баллов у меня есть метр показывает. Так что, Борис, ну, великолепно антенна работает. И, видимо, какое-то прохождение тоже такое тут. И есть тропа небольшое, в общем-то. Подмораживать у нас начинает. Где-то, видимо, масса какие-то гуляет, поэтому... Ну, здорово принимаю. YL3, Анна Йод Тамара, Елена Василий 6, Борис Николай, группа. Спасибо, Юрий. Елена Василий 6, Борис Николай. Да, у нас тоже подмораживает. Я, честно говоря, каждый вечер после работы прихожу, кричу по часику во все стороны. Вот, поэтому сегодня у меня праздник маленький, благодаря вашему ответу, вашей группы на приеме. Да, принято. Вот. Ну, будем, наверное, потихоньку это самое собираться. Но я говорю, у меня пока антенн нет на крыше. В общем-то, антенна один из элементов в гараже R3LE конструкции лежит. И двойка, и 70 там. В общем-то, ну, пока нету и поворотки. И, в общем-то, все в планах. Вот. Пока только тут я говорю. А, ну, кстати, если интересно... Если интернет есть, я сейчас, в общем-то, вот видео небольшое записываю, потом, в общем-то, выложу на YouTube, по позывному можно найти. Ну, посмотрите, как вы здесь проходите, в общем-то, в таком плане. На приеме, Борис. Ой, спасибо огромное. Я буду очень рад услышать себя, если... Да, обязательно посмотрю. Я уже исполнен, где-то 12, 1 число. Вот такая вот антенна, три элемента. Да, принято, Борис. Я тут видео, в общем-то, и антенну заснял, на которую с вами работаю. Вот будет интересно посмотреть. Вот, так что, ну, громко проходит. Сейчас вообще громко так. У меня тут оперативно можно и поляризацию подкрутить, скажем так, и направление, поэтому без всяких проблем. Вот, микрофон Виктору передам. EU6MS, EV6BN, группа. А, благодарю. Раз, два, да. Но, да, превосходно. Сейчас канал связи получился 100%. Никаких претензий, все четко. Да, там и 7 баллов, наверное, бывает. Ну что, ладно, это. Тогда я пойду опять, наверное, читать книжки, если ко мне нет вопросов. Так, Борис, вам микрофон на прием. Спасибо, Виктор. Кстати, громче стали проходить, S-метр стал чувствовать ваш сигнал. EU6MS, YL3, Анна Йод Тамара. Да, спасибо, Виктор. Вопрос ответ 73. Спасибо. А, да, Борис, и вам тоже спасибо за связь. Приятно было пообщаться. Но, ну, вот я еще у Юрия спрошу, он имеет ли ко мне вопросы. Юрий, тебе слово. Да, принято, Виктор, спасибо. Вот. Нет вопросов, в принципе, нет. Вот, рад был всех слышать, вот, будем встречаться, так сказать, новый виток тут какого-то развития, скажем так, получил с этим аппаратом, вот, ну, буду к чему-то дальше стремиться, вот. Спасибо, рад был всех слышать, значит, 73, пока, ну и Борис там сейчас в течение тут минут 50, я думаю, сейчас на YouTube загружу ролик, посмотрите там. Вот такие дела. Микрофон тогда нарезок на YL3, Анна Йод Тамара, EV6, Борис Николай, группа. Спасибо, EV6, Борис Николай. Юрий, кстати, Виктору, если слышать, 5 баллов от последнего прохождения его было.
очень сильно частей сон проходил. Да, спасибо за связь, ребята. Буду стараться, запишу ваш градус и буду вечерами поворачиваться туда, в надежде услышать. Я вас за этим ветерком поймал, то есть я думал, это Европа работает где-то. Стал крутить, а понял, что не Европа, тогда я нашел вас.